Україна не стала повноцінним виробником автомобілів, ані закордонні тут таки не створили своїх складальних підприємств, а вітчизняні нині відверто жевріють. Та український авторинок все ж худобідно, але існує. Тож, як потрапляють в Україну нові і не дуже автівки, ми поговоримо з гостем студії Тетяною Стрельцовою, виконавчим директором Holdmeier Logistics Україна. Пані Тетяна, вітаю вас в нашій програмі. Добрий день. Одразу, от, коли зараз я читала, да, от, вступ, так скажемо, до нашої бесіди, я згадала радянські фільми, от, коли перевозилися автомобілі, потягами, такі ешелони йшли. Зараз виробництво надто скоротилося в Україні. І як зараз транспортуються автомобілі, і якщо порівняти от з Європою, як там? Спасибо, хороший вопрос. Конечно, мы все только можем мечтать о том, чтобы машины возились у нас поездами в таком количестве, в большом. Но, к сожалению, транспортировка поездами сейчас в Украину практически нереальна к осуществлению, поскольку объемы очень низкие. Это наша мечта осуществлять и железнодорожные перевозки. Но Украина сейчас пользуется в основном автотранспортным транспортом. Ага. Для перевозок не только автомобилей, но и всего в логистике очень сильно используется именно автомобильный транспорт. Если сравнить с Европой, так, безусловно, сложно это сделать. Почему? Потому что в Европе мы имеем ряд производств. Практически все бренды представлены производствами. Все европейские бренды представлены производствами от 2 до 4 заводов как минимум. Заводы регулярно строятся, и производство растет. Несмотря на то, что продажи растут в Европе на 1-2% ежегодно, производство наращивается. Почему? Европа, если сравнивать Украину с Европой, то Украина – это страна импорта. Кроме Еврокара у нас все остальные наши производства машины давно не выпускают. Если мы говорим о легковых автомобилях, автобусы и коммерческие автомашины выпускаются очень маленькими количествами, очень с трудом. И только для внутреннего потребления. Экспорта у нас нет. Украина – это страна импорта автомашин. То есть практически все автомашины, новые, первой регистрации, завезенные в Украину – это привезенные машины. Что касается Европы, то здесь у нас и экспорт, и импорт, и производство. Так, я з вами погоджуюсь, що в нас тільки, ну, один Єврокар на Закарпатті, у нас маленьке таке виробництво наразі, криза, можна сказати, в цьому сегменті. А чи не відбувається вона також і в старому світі? Тому що там дещо все ж таки спало виробництво автомобілів. Не можу з вами согласитися. Ну, і Єврокар розрахований на 110 тисяч машин производства в год. Насправді, це велике дуже підприємство. Просто немає спросу. И делается практически только для внутреннего потребления машины. Что касается Европы, то производство наращивается. Остановить в Европе производство гораздо дороже, нежели перевыпуск машин, которые потом складируются на складах. И в стоке мы имеем большое, огромное количество машин в Европе. Тобто є попит, є пропозиція, я так розумію. В нас, якщо, да, ми казали щойно про те, що в нас обсяги виробництва значно впали, якщо згадувати ті ж самі радянські часи, то в нас до наших вітчизняних автомобілів попит тоже з кожним упал роком. Це у порівнянні, я так розумію, причина – це якість. Совершенно верно. У мене, до речі, тоді наступне питання. Наскільки я трошки обізнана там з ціновою категорією, то в нас, скажімо, ЗАЗ, ЛАНОС у порівнянні, наприклад, з Нісан Альмайро, то ціна майже однакова в Іспанії. Нісан Альмайро за ціною майже такою ж, як в нас там ЛАНОСи, скажімо. Чому так? І чи не через те, що в нас занадто великі податки? І щось, можливо, коли зміниться в цьому сегменті, в цьому напрямку? Ну, потому что мы имеем границу. Давайте начнем с того, что все-таки Украина имеет границу с Европой, и машины европейского производства являются импортированными в Украину. И, безусловно, есть целый ряд налогов, обязательных платежей для растамаживания машины. Это минимум. Также транспортные затраты возьмите. Также, безусловно, поскольку спрос небольшой, а денег хочется заработать нашим и дилерам тоже, и действительно это нужно. То есть для рентабельности рынка, для рентабельности нужно продавать по такой цене.
Иначе это приведет к краху дилерской системы, понимаете? Поэтому не может быть машина такой же цене, как в Испании. Если она произведена в Испании и она продается в Испании, она имеет одну цену. Но как только она начинает перемещаться через границу государства, нашего государства, то, безусловно, цена будет другая. Але ж цена для испанцев, испанского виробництва машины, вона приблизно така сама, як ми тут можемо купити Ланус нашого вітчизняного виробництва. От у мене в цьому саме питання. Чи не треба, можливо, податки зробити в нас тут? Возможно. Причому це касається не тільки автомобілів. Я вам скажу, що многі вещи, даже бытового назначення, которые произведены в Украине, почему-то дороже, нежели импортные. Я вам не могу на этот вопрос ответить. Налоги – да. Угу. Налоги – да. Возможно, рентабельность такова. Угу. Також в нас територія України проходить кілька міжнародних коридорів, але потенціал їх використовується, ну, можливо, і наполовину він не використовується так, як можна його використовувати. От теж, чому? Чому так саме? Чи це через погану якість доріг? Чи якісь нормативно-правові бази в нас? На самом деле у нас два направления транзита, и все они упираются в Российскую Федерацию. Поэтому, поскольку сейчас экономических отношений с Российской Федерацией все меньше и меньше у нас становится, не могу сказать, что их совсем нет, есть все-таки и импорт, и экспорт. Но перспективы пока в ближайшем времени Украину как транзитную страну пока мы не можем рассматривать. Да, была такая перспектива, и очень большие потоки транзитных грузов проходили через Украину. Это была и поставки тех же автомобилей турецкого производства через Одесский или Ильичевский порт на Россию. Также это был и транзит западных производителей, тоже мы берем на Россию, и импортные машины из России тоже в Европу проходили через Украину. Качество дорог оставляет желать лучшего, безусловно. Угу. И это будет существенной проблемой для налаживания транзитных путей в Украине. Угу. Тепер давайте поговоримо про нещодавно прийнятий закон про розмитнення європейських автомобілів. ДФС нещодавно звітувала про те, що 80 тисяч розмитнених автомобілів з моменту дії цього закону, із них 68 тисяч – це ті, що перебувають на території України. В Україні щонайменше перебуває 500 тисяч автівок на іноземній реєстрації. Скільки ще можна очікувати до кінця пільгового періоду розмитниця таких подібних автівок? Ну, чи будуть потім притягуватися до відповідальності власники от після вже закінчення цього терміну? Да, я думаю, що в принципі прийняття цього закону було необхідно, можливо, не в такому ракурсі, не в такій формі, как он сейчас выглядит, и пролонгации срока предоставлять не будут для таможенной очистки машин, находящихся на евро-номерах в Украине. И 500 тысяч – это очень такие, да, оптимистические у вас такие взгляды, говорят о миллионе машин даже в Украине, совершенно верно, причем таможенная служба сама об этом не знает. Совершенно никто их не считал. С 2014 года началась эта эпопея, и машины завозились в Украину просто нерегулируемо. Да, 80 тысяч машин зарегистрировано, прошли первую регистрацию в Украине, получили таможенную очистку. Угу. И если осталось две недели до конца срока, льготного срока этого периода, то математическим образом мы с вами можем посчитать, что не больше 20 тысяч еще сможет машин быть растаможенных. Ну, в крайнем случае 30 тысяч, рассчитываем на тех, кто уже в последнюю минуту сделает эту процедуру. Дело в том, что нет возможности, нет ресурса на самом деле было растаможить этот 1 миллион машин за 3 месяца. То есть это нереальные цифры. Как вважаете, чи будут притягиваться до ответственности, кто не встигне с тех или иных причин? Опять дело в ресурсе. Не знаю, давайте поговорим на эту тему. Было бы неплохо. Почему? Потому что люди, которые произвели таможенную очистку. Безусловно, она стоит каких-то денег, да, и несмотря на то, что срок закончился, много машин еще останется на территории Украины.
Я думаю, что часть из них будет просто вывезена, и уже есть такие склады металлолома в Польше и в Словакии, машин, которые обратно вывезены с Украины, потому что они стоят копейки, и здесь очистить машину очень тяжело и дорого. Ну, как тяжело, не тяжело, это процесс просто, который требует затрат и времени, и сил. Ну, и дорого. Поэтому те машины, которые за 500 долларов покупались в Польше и Литве, они просто сейчас вывозятся и бросаются за границей. Практически там уже склады металлолома. Будет ли хотелось бы, чтобы закон действовал? Хотелось бы правильный, неправильный, верный, неверный, может быть, где-то не до конца, может быть, продуман, но хотелось бы, чтобы исполнение закона все-таки было нормой нашей жизни. Зрозуміло, пане Тетяно, також не секрет, що в основному зараз купують автомобілі БУ. І навіть дилери вже бувають такі моменти, що вони поговорять про закриття своїх салонів, тому що невигідно стає. От як можна це також питання вирішити? Опять-таки, есть опыт Европы, где рынок БУ автомобилей очень систематизирован и введен в легальное поле. Поскольку у нас, как правило, покупаются БУ-машины через посредников, по льготному закону завоза одну машину в один год на одно лицо, частное лицо, нет нормально сформировавшегося бизнеса вторичных авто, которые бы при таких же условиях, которых льготные сейчас предоставлены для завоза, для частных лиц, так, могли бы действовать в Украине, и предприниматели, которые занимаются бизнесом БУ автомобилей, могли бы нормально его развивать. На самом деле эти бизнесы должны развиваться параллельно, потому что они имеют право на жизнь, поскольку, особенно сейчас в Украине, когда все-таки доходы украинцев не столь велики, чтобы менять машины или покупать, тем более, новые автомобили, безусловно, есть спрос на БУ автомобили. Мне кажется, что здесь на государственном уровне здесь нужно сделать программу, нормы закона, которые бы позволили на льготных условиях производить продажу БУ автомобилей. Сделать этот рынок прозрачный. Просто, может быть, кому-то это невыгодно. Це вже, як то кажуть, інше питання. І в мене останнє до вас питання. Компанія Holdel Maier Logistics Україна, лауреат загальнонаціональної програми «Людина року 2018», номінації «Лідер логістичної галузі року». Чому? За які такі критерії? Спасибо большое за вопрос. Для нас теж це стало неожиданностью, тому що ми працюємо в логістиці фінішних готових автомобілів. В Європі у нас дуже крупна компанія. В Украине мы представлены 10 лет. Компания Holdel Maier International работает в 16 странах Европы. И здесь, в Украине, мы выполняем функции представительства и несем те функции, те обязанности нашей корпорации для наших заказчиков, для наших клиентов здесь, в Украине. Почему? Так. Отрасль узкая, узкая. Ну, наверное, экспертам общенациональной программы их взоры упали и на эту отрасль транспортной логистики, потому что на самом деле специализаций очень много. Наливные, насыпные грузы, автомобили, перевозки, все-все-все очень сегментировано. Мы хоть и занимаем узкую, такой вот узкий сегмент, но мы достаточно хорошо известны в своих кругах. И я думаю, что отзывы наших партнеров вполне положительные. И на самом деле это нас так, я думаю, порекомендовали наши партнеры. Так. Ну, я думаю, не дарма, як то кажуть, російсько маленький, зато удаленький. Дуже дякую вам за цю розмову і за ваші відповіді. Про виробництво та транспортування автомобілів в Україні ми говорили з Тетяною Стрельцовою, виконавчим директором Holdel Maier Logistics Україна. Залишайтеся із першим діловим.